Уважаемые участники, уважаемые родители, уважаемые зрители, арбитры и организаторы. Я, во-первых, поздравляю с общекомандным первым местом на Кубке мира на Мальте. Как всегда, наши молодцы, все выиграли. Тимон Демонтатор, Государственной Думы нашего комитета, хочу сказать, что суппорт и физическая культура воспитывают человека во всем. И умение управлять своим временем, и умение управлять своим телом, и умение общаться и коммуницировать с внешним миром. Ну и самое главное, делает каждого из нас сильнее и духовно, и физически. Ну а единоборство, карате, это один из самых древних видов спорта, и он воспитывает в первую очередь благородство. Поэтому я хочу пожелать всем участникам, всем арбитрам, чтобы победил сильнейший, и самое главное, уважать своего партнера. И приветствуем наших дорогих гостей из Киргизии, из Донецкой Народной Республики. Добро пожаловать в Россию. Спасибо. Спасибо огромное.